В одной коробке умещается 108 флаконов. Раствор не имеет никакого запаха. 4 коробки антисептика отправятся сегодня по 20 ижевским адресам. Это благотворительная помощь от предпринимателей семьям с паллиативными пациентами хосписа Удмуртии. Мы помогали детским домам, помогаем церкви, помогали и семьям в свое время. Просто сейчас ситуация такая, которая, ну, накладывает другой немножко отпечаток. Есть необеспеченные такие слои населения, группы. Вот, и мы оказываем какую-то им помощь, ну, посильную. Раньше компания производила антибактериальное серебро и краски. В период пандемии коронавируса основным направлением стал выпуск антисептиков. Антисептик для нас – это очень-очень актуальная тема, потому что наши семьи, наши дети, они чаще всего без иммунитета. И чтобы поменять им, чтобы работать с гастростомой либо на зондовом питании, нужна стерильная чистота рук. То есть это нужно всегда, и число семей всегда растет. По республике сейчас более 80 таких паллиативных семей, в Ижевске около 20. Пациенты со сложными диагнозами и в обычное время рискуют, сейчас опасность возрастает в разы. Первый адрес на 10 лет октября у Алены Харисовой, 5 детей, младший на зондовом питании. Перед тем, как зонд ставить, нужно обработать руки. Как раз я хотела тоже приобрести, не получалось. Помогают как бы морально и материально тоже как бы. Помощь есть, и всегда добрая поддержка. Акция не разовая. Волонтеры и предприниматели уже договорились о партнерстве. Бизнесмены готовы поддержать семьи хосписа не только антисептиком, но и продуктами и одеждой. Елена Керн, Андрей Бусыгин. Новости.